Любители хрустящего французского хлеба ликуют. Багетные автоматы обеспечат их свежим хлебом любые, даже ненормированные для булочных часы. Изобрел машину под названием «Пани Вендинг» 57-летний пекарь Жан-Луи Хехта. Сам он говорит, что просто хотел проводить вечера с семьей, а не в магазине. «Пани Вендинг создан, чтобы облегчить работу продавца и пекаря», — говорит он. «Хлеб вытаскивается из печи за 10 минут до полной готовности, и полуфабрикат помещается в автомат, который уже сам допекает его и продает. За 1 евро автомат печет хлеб и выдает его через 30 секунд». Во Франции таких машин уже 20, в России 4. В ближайшие годы Хехт надеется распространить тысячи «Пани Вендинг» по всему миру. Булочной Ивана Хокеля в городе Савиньи-сюр-Орж под Парижем автомат не облегчил работу, ее стало больше, зато уже принес прибыль. Через несколько месяцев использования автомата пекарня уже смогла покрыть затраты в 55 тысяч евро, потраченные на ее открытие. В долгосрочной перспективе, если я продолжу продажи в том же духе, а это 8500 пакетов в месяц, оборот достигнет 100 тысяч евро. Автомат приживается и среди покупателей, помогает им сэкономить время и избежать очередей, когда пекарня открыта. Но выбор пока небольшой. Поначалу эта машина нам казалась странной, мы ее опасались и продолжали заходить в пекарню, но оказалось, что хлеб не очень вкусный. Теперь, когда булочная закрыта, мы пользуемся автоматом, а когда открыта, мы ходим в магазин, там выбор больше. Создатель автомата надеется, что сможет доставлять хлеб в города, где нет булочных, а это, по его словам, 4 французских населенных пункта из 5.